Ангел Червенков, главный тренер Черноморца. Несколько слов о сегодняшней игре, пожалуйста. К сожалению, мы проиграли первый тайм, могу сказать. Мне хотелось, чтобы выглядели больше уверенность. Но, к сожалению, были очень много и тактические, и технические ошибки. Слишком много технический брак. И, конечно, мы знали, как будет играть соперника, но не постраховали вовремя эти свободные зоны, и мы получили там проблемы. Плохо, что пропустили, но не вернули этот гол. Второй тайм мы попытались поменять что-нибудь, добавили еще скорость, контроль. Но, к сожалению, наши возможности не были так много и не успели сравнять счет. Могу отметить, что у нас были очень много кадровые проблемы. Некоторые футболисты пропустили эту игру. Там во время игры получилось и проблемы у центрального защитника. У Коваль тоже, центрального нападающего. Так что, к сожалению, наши возможности, еще раз повторяю, не очень большие. Так что я думаю, что если мы не усилим нашу команду, не будет и такие стоимостные хорошие игры. Надо подумать в этом направлении. Проигрывая матч, вы меняете нападающего повода на корму. При этом он где-то остается на скамейке. Он, да, на скамейке. Он же шанс, когда... А он получил или как думаете? Он шанс получил, да? Если вы отметили этот, что он шанс получил. Он играл. Я хотел усилить эту скорость в середине и добавить еще мастерство и опыт. Потому что у нас не было достаточно контроля. Вот это была идея. Мы смотрим, мы рассматриваем любые варианты, как можно усилить нашу команду. Но у нас в запасе слишком много молодых футболистов, не только Штегрин. Самое главное, что мастерство отсутствует. А это нам нужно. Коллеги, еще есть вопросы? Спасибо. Спасибо.